Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 3. В чем смысл жизни? Какая роль человека на земле? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Жизнь во Христе – возврат в исходное райское состояние. Расшифровкой этого, то есть что нужно для этого делать, занимались апостолы. Деяния 2 глава с 37 по 40 стихи. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Филиппийцам 1 глава 21-23 стихи. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Роль человека на земле – быть полномочным представителем Вседержителя, возвещать Его волю и о скором Его пришествии. Все, что вне Христа, находится вне закона, оно другой чуждой природы, кто бы это ни был, это не овцы Его стада. Матфея 10 глава 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Деяние 20 с 28 по 32 стихи. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею, ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слово благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Иеремия, 1 глава, 10 стих. «Смотри, я поставил тебя сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Псалом 143, 3 стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана нести святое слово в сердца людей, томящихся в грехах, и чтобы ты и я были готовы служить Христу и в горе, и в скорбях, сомнению прилетевшему порою, как христиане твердо скажем прочь. Мой друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Нам жизнь дана, чтобы обрести спасение и всю ее Иисусу посвятить. И здесь, живя при жизненном хождении, в самом себе Христа отобразить. Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся, Христос на нас взирает, Он хочет просьбы наши услыхать. Он хочет силы и здоровья дать нам, чтоб здесь, живя, Его нам прославлять.